Уютная, почти домашняя обстановка, ламповая атмосфера, максимально стертые границы между зрителями и актерами, душевные стихи и песни. В этот вечер преданные поклонники Саровского драматического театра могли посмотреть на любимых артистов по-новому, немножко заглянуть в их внутренний мир, понять, что их волнует, интересует, вдохновляет. Театральный квартирник приурочили к Международному дню театра. Особое настроение в этот камерный вечер создавала живая музыка джазового трио «Винтаж». Мне показалось, что это очень интересный формат в плане общения со зрителем, потому что, да, у нас город небольшой, и надо отдать должное, у нас очень много людей в городе ходят в театр, но о нас они знают совсем мало. И мне кажется, это очень хороший повод встретиться, поговорить, пошутить, позадавать друг другу вопросы, ну и как-то, не знаю, познакомиться поближе. Артисты Ирина Авакумова, Артем Жуков, Мария Раздобарина и Руслан Шагуров поделились со зрителями кусочками сокровенных чувств и мыслей, прочитали любимые стихотворения и рассказы, спели песни, вспомнили и сценки из давних спектаклей. Ночь одна и верная подруга, тени господин один во мраке. Гости вечера могли задать артистам любые интересующие вопросы. В свою очередь, актеры выясняли, насколько хорошо саровский зритель знает творческую историю театра. За правильные ответы они получали карточку – золотой аплодисмент. Очень всегда радостно, когда мы артистов видим чуть ближе, чем со сцены. Вот это тот как раз случай, когда ты их видишь, и, можно сказать, больше в жизни, и чем в игре в какой-то. И видно, что они делятся эмоциями. Мы их настолько любим за все их роли, что хочется, конечно же, узнать, какие они на самом деле в жизни. Мне пока очень нравится все. Ну, я очень смеялась, когда что-то там смешного говорили. Вот, ну, там бабушки тоже некоторые отвечали. Я прям смеялась. Ну, мне было очень смешно. Но пока мне все нравится. И я когда ходила еще на другие спектакли, я уже многих видела здесь артистов. Театральный квартирник – первый и необычный опыт саровского драматического. Поэтому даже артисты немного волновались. Но публика приняла любимых актеров, как и всегда, с восторгом и теплом. На самом деле мы просто немножко тушуемся. Я думаю, вы заметили это. Для нас очень непривычен просто такой формат. Мы привыкли к большой сцене, да, к затемнению. А здесь живое общение, и мы пока не совсем к этому привыкли. Это, знаете, такая проба пера. Я уже знаю, что нужно поправить. В конце вечера те знатоки из числа зрителей, которые набрали наибольшее количество золотых аплодисментов, получили пригласительные билеты на спектакль драматического театра. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.